Сергей Собянин возложил цветы в память годовщины битвы под Москвой. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. Агентство новостей «Москва» сообщает, что мэр столицы Сергей Собянин возложил венки и цветы в честь 78-й годовщины битвы под Москвой к могиле неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Также в церемонии участвовали депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, различных общественных организаций, религиозных конфессий, ветераны Великой Отечественной войны. Перед вечным огнем военнослужащие Преображенского полка установили три венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами. Затем цветы возложили к могиле неизвестного солдата. Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Также церемония возложения цветов прошла у памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. 5 декабря отмечается годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Дата была отнесена городским праздником в 2012 году. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!